Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 142. Постройте круговую диаграмму «Мой режим дня». Сначала надо записать свой режим дня. Режим дня может быть, например, таким. Тогда узнаем, какой угол приходится на 1 час. В сутках 24 часа. Значит, чтобы узнать, какой угол в круговой диаграмме будет приходиться на 1 час, надо 360 разделить на 24. А это равно 15 градусов. Приходится на 1 час. Тогда узнаем, сколько градусов приходится на 9 часов. А это значит 15 умножить на 9. А это равно 135 градусов на 9 часов приходится. Узнаем, сколько приходится на 7 часов. 15 умножить на 7. Это равно 105 градусов. На 7 часов приходится. И на 3 часа узнаем, какой угол приходится на 3 часа. Это 15 градусов умножить на 3. Равно 45 градусов приходится на 3 часа. А теперь надо построить круговую диаграмму. Построим окружность. И построим угол, равный 135 градусов. Эта часть диаграммы будет приходиться на сон. Теперь построим угол, равный 15 градусов. Угол в 15 градусов будет соответствовать завтраку, подготовку к школе. И тоже угол 15 градусов будет соответствовать ужину и подготовке ко сну. Построим угол, равный, который относится к 3 часам. А это значит два угла по 45 градусов. Это будет обед и подготовка к домашним заданиям. И остался угол в 105 градусов. А это занятия в школе, факультативы, кружки. Таким образом мы построили круговую диаграмму «Мой режим дня». Вы можете построить свой режим дня, скорректировав свой режим, сколько часов у вас уходит на какие-то занятия. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.